Отличие данного аппарата, это GISMI E200 FV, ну, даже если взять этот же кейс. То есть, кейс на самом деле изготовлен очень качественно, это ну, не дешевый пластик, толщина его миллиметров 5, наверное, да, то есть он такой более толстенький, надежный кейс. Значит, комплектуются наши аппараты, инструкция по эксплуатации, зажим сварочной массы, держатель электрода, ну и непосредственно сам аппарат. Значит, в чем отличие? Хороший качественный провод, он не тоненький, это ну, такой толстый провод, и в чем приятность? Хороший неопреновый шнур. То есть он не будет ломаться не в районе вилки. А, кстати, да, плюс еще то, что вилка уже установлена, потому что ну, на большинстве там аппаратов я вот встречал, есть даже которые просто без вилки продаются. В чем еще прикольчик? Вот такая штука, это защита от сетевых помех. Ну, это по сути, знаете, вот как может исполняет функции сетевого фильтра, да, вот совершенно верно. Значит, сам аппарат имеет функцию аргонодуговой сварки. То есть может варить методом ну, в среде аргона, методом ТИХ, поджиг здесь будет с помощью касания электрода. Но это дополнительная опция, то есть еврорукав поставляется отдельно. То есть это отдельно, я не помню сколько стоит, но он продается отдельно. Это будет еврорукав, тоже бензелевский. С выходом, ну, то есть еще нужно будет баллон, и к нему подключается эта горелка к баллону и к аппарату. Значит, включаем его, выбираем силу тока. Аппарат работает максимальная сила тока здесь будет 200 ампер, минимальная 10. То есть аппарат рассчитан на работу электродом 5, до 5 мм включая. Значит, здесь есть не только горячий розжиг дуги, ну то есть hot start, но также он здесь и регулируется. То есть мы можем его регулировать от 90 до 0. То есть мы его либо выключим, либо можем увеличить. Это для того, чтобы ну, там, не залипал электрод. Все. Так, я тут еще включил фишку. А, вот это зажимаешь. Да. Если нажать на регулировку и задержать это более 3 секунд, то мы переключаем на аргонодуговую сварку. То есть здесь мы тоже можем выставлять силу тока. И до 200 ампер. Да. Еще в чем отличие именно аппаратов GIS, то что сейчас выключу, чтобы не гудел. Защита от перескачкового напряжения. То есть Protect 400 это их ну, такие наработки, грубо говоря, которые там защищают от перепада свыше 400 ампер. Также все аппараты рассчитаны на работу и подключение к генератору, то есть адаптация сработает к генератору. Ну, то есть не каждый аппарат это может, потому что может привести к тому, что сгорит аппарат и сгорит генератор. Не дай бог, конечно. То есть наши аппараты рассчитаны на это и только E200 аппарат имеет функцию Flexible Voltage, то есть это автоматическая адаптация к потребляемой энергии. Ну, то есть он может работать от 85 ампер, и это с розеткой ну, в напряжением 110 ампер и 110 вольт и 265 вольт, это если 220. То есть он засчитан, вот, есть такие вот у него там колебания. Также у аппарата еще есть функция, должна быть тут написано PFC, это корректировка, коэффициент корректировки мощности. То есть если мы аппарат подключим к
переноске, например, она будет больше 100 метров, вернее, до 100 метров, то потери мощности мы не ощутим. То есть вот так сделано. Опять же, этот коэффициент корректировки мощности, он устанавливается не на все аппараты, и он стоит нормально денег. То есть поэтому этот аппарат и стоит этих денег. То будет 185-265. А flexible voltage это от 88 до 265, это при 110 и вот переноска 100 метров. То есть эти два вместе, они вот экономят электроэнергию на 30% потребления электроэнергии. Также вот то, что я говорил, что можно работать в 3D аргона, ну, если докупить отдельно эту опцию, то есть самую горелку. Это бензиновская, наверное, даже у нас в Украине можно найти. Ну, вот этот аппарат сделан во Франции.